Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в студії телеканалу прес-центру «Відкритий» відома адвокатеса, правозахисниця, переможець і лауреатка різних всеукраїнських професійних конкурсів, авторка правових просвітницьких публікацій в пресі, авторка і ведуча програм «Адвокат під захистом», президент Дніпропетровського об'єднання із захисту прав людини «Адвокат» Світлана Торопчина-Галакова. Сьогодні вона запрошує до нас не як адвокатеса, а як адвокатеса-письменниця. Вона написала книгу, яку не просто написала і продає, вона її не продає, а дарує. Для чого вона дарує цю книгу? Про що вона? Сьогодні будемо говорити разом з нею. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Ще раз, будь ласка, книга «Правовий буквар». Про що вона, чим вона корисна і чому саме це стало подарунком? Адже випустити книгу – це таке, скажімо, задоволення не із дешевих. Ви ж вирішили не заробляти на цьому, а отак от роздавати просто. Так, дійсно, спасибо за приглашение. Знаете, это универсальные советы, попробуем самозащите. Вот они нужны вам, нужны вам, всем. Вот у каждого, я верю, что у каждого человека должно быть право на правовые знания, которые он, имея эти знания, может использовать в пользу для себя. Поэтому и написана эта книга. И эти универсальные советы тут есть А, Б и В. Выполняешь эти правовые советы универсальные, есть правовое счастье, есть результат. Не выполняешь советы, нет результата, к сожалению, потому что это советы, которые высказала сама жизнь. Много-много лет я просто даже утомилась считать тех людей, которым я их назвала, эти советы. То есть это стандартные советы. И просто пришло время их написать. Я вот просто устала каждому, кто приходит на прием, вот тебе вот это, вот эти три совета, вот эти три совета, вот эти три совета. Они были напечатаны, а потом пришла идея, подсказали те же люди на приеме, ну сделайте уже книгу, что ж мы ходим на ксерокс, там перепечатываем, кто-то это с ксерокса не вернулся, кто-то там украл эти советы. Вот. И действительно вышла первая книга, это второе издание. И оно непростое. Знаете, вот есть у каждого возможность, есть у каждого есть шанс, хочу сказать о щедрости, быть щедрым в том, чему ты научился, и этим поделиться людям. У каждого есть такой шанс, я верю, и в этой книге вот мне такой шанс пришел, и каждый может его использовать. И мы вместе с Алексеем Ковальчуком, председателем Союза журналистов Днепропетровского отделения и человеком, который благотворительно оказал помощь в издании вот этой книги, мы этот шанс использовали. И второе, что хочу сказать, эта книга написана специально для того, чтобы ее дарить, у каждого были эти знания. И еще хочу сказать, что человек, который получает этот шанс, вот мы получили этот шанс, и мы хотим сказать сейчас о детях. Вот, как говорят, твое – это то, что ёкает, когда о чем кто-то говорит, у тебя сердце ёкает. Вот у меня сердце ёкает, когда говорят о детях. Детях, у которых нет родителей, о недолюбленных детях, о брошенных детях, о детских домах. И вот мы с Алексеем приняли решение, что вот мы в этой части благотворителей будем тоже соучаствовать. Поэтому каждый, кто хочет получить эту книгу, он может ее получить бесплатно, в подарок. Вот. Это был, кстати, подарок ко Дню города, вы знаете, мы об этом говорили. Ко Дню города Днепра, на День города, на день рождения города, моего родного города замечательного. Вот. И каждый, кто хочет использовать этот шанс и поучиться, и получить этот шанс сделать то же самое, что мы, может, эту книгу, пришла такая идея, эту книгу может купить, сделать за нее какой-то взнос, и эти деньги пойдут не мне и не кому-либо, а пойдут на детский дом. Вот пришла такая идея купить хороший автомобиль, большой, детский дом с большим красивым бантом, чтобы дети, которые в детском доме живут сейчас,
по выходу из детского дома уже умели водить машину, могли ей распоряжаться, могли куда-то ездить. Но вот на сегодняшний день такая идея, поэтому предлагаем кому, у кого есть такой вот такой порыв, присоединиться к нам и получить эту книгу. Во-первых, человек, получая эту книгу, получает действительно бесценную волшебную палочку, потому что сколько уже проверено эти советы, каждый день приходят люди и одно и то же. Буквально сейчас у меня вот человек, который не получил там от нотариуса ответ, кто-то не получил из пенсионного фонда, кто-то не получил по месту работы, кто-то не получил в магазине. Три совета, А, Б и В, универсальные. Помогают любому человеку, очень простые. И поэтому очень-очень-очень удобно, плюс еще, если есть желание, и если лежит сердце, если расположена душа, мы можем вместе с вами поучаствовать в хорошем благородном деле. Каждого, кто приносит деньги, мы записываем. Записываем не потому, что куда-то это пойдут эти сведения, а потому что это люди, участники вот этой замечательной классной акции. И был такой случай в магазине, где лежит книга, тоже в подарок, продавцы рассказывали, что пришла женщина. «Мне нужен правовой букварь». И говорят, да, пожалуйста, вы можете его взять в подарок, а можете, если есть какие-то желания, можете перечислить деньги, передать деньги, оставить в магазине. В магазине там есть специальная коробочка на эту книгу, и эти деньги пойдут в детский дом. Женщина говорит, знаете, у меня, это продавцы мне рассказывали, такая трогательная история, не могу не поделиться. Она говорит, у меня только гривна. А вот они говорят, пожалуйста, она положила гривну, они ее записали. Вот. Через час эта женщина пришла и принесла еще одну гривну. Вот эти ценные вещи такие для меня, потому что вот эти две гривны, они дорогого стоят. Вот. Кто-то приходит, студенты, кто-то приходит, люди, которые там и окажут украинскую мову заможне. Каждый может поучаствовать, и каждый вносит свою лепту. Поэтому я очень счастлива, что мы можем объединиться в этом деле, получить полезное и сделать полезное дальше, передать эстафету полезности, щедрости другим. Що ж, чудова відповідь. Я думаю, наші глядачі обов'язково залучаться. Варто зазначити, до речі, що книжка такого дуже маленького формату, як то кажуть, кишенькова, тобто дуже зручна, ємна за змістом. Ви говорите, що там от три таких найважливіших поради, які може дати адвокат своєму клієнту. І все ж таки, якщо більш детально, що там саме за поради, я розумію, розкривати всіх карт не хочеться. І все ж таки, можливо, якась є от особиста від вас порада, про що там? Що ми дізнаємось, прочитавши такий правовий букварик? Действительно, сделан такой удобный вариант, что можно было положить в сумку, можно было положить в барсетку, чтобы, если у тебя какая-то правовая проблема, я всегда рекомендую своим подзащитным, говорю, есть проблема, берешь тетрадочку, блокнотик, и пока проблема есть, ты ходишь блокнотиком. Поэтому, если есть проблема, то можно ходить с этой книгой, потому что люди не любят к адвокатам обращаться. А что, если нет денег на адвоката? А ситуация бывает аховая. И сейчас действительно ситуация, многие, может быть, и выживают, и будут просто счастливы получить эту книгу в подарок. Вот, берете эту книгу, однозначно, даже если нет денег на адвоката, пошагово в этой книге есть советы, и как написать жалобу. Жалоба как поэма, тут у нас есть разделы. Тут у нас есть раздел, как написать просительную часть в жалобе. Все просто, очень доступным языком. Есть такой раздел, как почта, волшебная палочка для выручения. Чалочка для заявителей. Очень много людей не понимают значение огромной почты. В Украине работает ксерокс. Очень многим нужно напомнить, что нужно всегда иметь копии, не отдавать никому оригиналы. Вот. Ну, правило А, правило Б, правило В. Можно, конечно, целую передачу посвятить этой книге. Нет никаких секретов. Если мы это дарим, да, тут есть авторские права, но готовы всем поделиться. Но сейчас время не на книжечку. Все-таки можно все-таки прийти и получить книгу. Вот. На канале у вас есть, мы вам подарили книгу. Так, звичайно, вот. Ми дуже раді, що у нас теж була така можливість взяти книжку. Хочеться дійсно звернути більше уваги на те, що ви займаєтесь благородною справою, і крім того, що книга може безкоштовно дістатися будь-якому бажаючому.
помираючому, вона ще й може привнести, як ви вже зазначили, для дітей сиріт такий цінний для них подарунок. Не хочеться все ж таки там якихось цифр точних, і все ж таки, на якому зараз ви етапі, чи вистачає вже коштів, чи ви ще рухаєтеся у цьому напрямку? Не вистачає ще коштів на автомобіль, але є вже жінка, яка готова працювати водієм. Вона має там навіть всі букви, які там має право на ті транспортні засоби. І вона готова навчати цих дітей. Хочу сказати, що проводили дослідження в Україні. Я навіть не знала, може бути, ви не знаєте, о тому, що дети, которые выходят из детских домов, очень большая статистика в Украине, они кончают жизнь самоубийством. Если дети будут иметь хотя бы специальность, какое-то умение водить автомобиль, у них уже есть специальность, они более уверены входят в этот мир. Поэтому это вот еще дальнейший, я кажу, повшток для того, чтобы детки чувствовали себя хорошо. Это не просто развлечение, это действительно какая-то специальность, которая позволит им, может быть, зарабатывать, куда-то устроиться на работу, если они научатся. И я думаю, что пока мы начинаем, книга издана недавно относительно, вот был последний день рождения города Днепра, вот, собираем, есть несколько десятков тысяч, вот, но пока, может быть, кто-то, есть у кого-то желание, поучаствовать, автомобиль за какую-то сумму, которую у нас есть, мы насобираем, там, свой автомобиль в этом, мы там, может быть, подешевле, может быть, есть желание поучаствовать как-то действительно финансово каким-то предприятием, какой-то организации, вот, ну, все доброе делается тайно, но в данной ситуации как раз нужно явно. То есть мы вот говорим, можно сделать пожертвование и тайно, но мы сейчас об этом призываем, дарим книгу для того, чтобы подарить детям. Поэтому и сейчас вот, именно потому что вот цепляет эта тема, детки такие вот, знаете, вот детки брошенные, это вообще беда. Беда бедой. И вот поэтому для этого мы сейчас и сегодня с вами в этом эфире, чтобы им помочь. Скажіть, будь ласка, на яке коло читачів розрахована ця книжка? Я розумію, що відповідь буде, скоріш за все, очевидною, що це така дійсно правовий букварик, який буде корисний для кожного. І все ж таки, от на вашу думку, як авторка цієї книги, хто, скажімо так, цільова аудиторія її? Целевая аудитория все, вы совершенно правы, вот, и даже она будет полезна юристам, потому что если юрист там без особых там сверхамбиций там возьмет эту книжку, то ему гораздо будет легче общаться, ну, во-первых, он может поучаствовать в благотворительности, тот же юрист, тот же адвокат, любой из наших коллег, а во-вторых, ему будет легче, он может помочь людям быстрее, не объясняя вот эти все законы, этих трех правил волшебных, которые нужны в любом правовом деле, он просто дает книжку, человек читает и по этим законам действует. То есть она будет полезна даже юристам, и адвокатам, и судьям. То есть если ты хочешь помочь людям, не рассказывать им много, дай книжку, они будут уже частично защищены. Я хочу сказать, что, конечно, в сложных ситуациях я всегда за адвоката, потому что всегда, когда человек приходит и задает вопрос, что мне делать, ну, почти всегда пункт номер не один даже, а пункт номер ноль – это к адвокату. Но ситуации разные бывают, и человек, который не имеет юридического образования, не может себе всегда защитить. И я не могу возле каждого человека встать, и вы не можете. И вы не можете встать возле каждого человека с адвокатом. Вот. Возле каждого не поставишь юриста. Но каждый может иметь эту книгу. И он может пользоваться этими советами абсолютно бесплатно, не обращаясь к юристу, даже в какой-то степени можно сэкономить. Хотя хочу обязательно сказать, что если сложное дело, если судебный процесс не обсуждается, эта книга поможет в любом случае. Адвокат, к которому вы придете, или юрист, он обязательно даст эти же советы. Вот. Но ведение дела, сложных дел, конечно, к адвокату. Это база, поэтому это называется правовой букварь. А вообще-то все правовые споры, конечно, должны, как пироги должны печь пекари, машины должны ремонтировать автослесари, швеи должны шить, адвокаты должны заниматься юридическим делом. И чем быстрее мы это поймем, тем лучше. Но для того, чтобы облегчить, для того, чтобы человек, в принципе, ориентировался во всей ситуации,
универсальные советы и сделаны, чтобы до того, как он попадет в какую-то сложную ситуацию, однозначно мелкие варианты, вот это, вот этим можно решить. Окрім правових порад, у книзі є і приклади правових перемог. Розкажіть більш детально про цей розділ. Да, грамотным быть выгодно, тут из жизни грамотных привет. Это несколько примеров таких мелких, небольших. Вот, это все ситуации из жизни, в которые обычные простые люди без юридического образования стали победителями. Почему? Потому что выполняли эти три совета. Маленькие примеры. То есть мы говорим о том, что любой, который может этим пользоваться, точно так же станет победителем, если он грамотный. А грамотность – это сила. Що ж, тоді пропоную більш детально розказати, де, як можна взяти цю книгу, як долучитися до благодійної акції, як отримати книгу, якщо комусь вона дуже необхідна, безкоштовно. Книгу можна взяти у мене. Можно обратиться к вам, вы можете дать телефон. Ну, телефон – это не секрет, он есть в интернете. И книгу можно получить, кто желает. У нас были такие случаи, я как-то читала лекции, речь зашла там о чем-то там, о чем-то авторском, рассказали про книгу, и ко мне люди там с лекции вот недавно обращались, и мы посылали книгу новой почтой. То есть туда, куда они просили. Вот можно и таким образом. Кто живет в городе Днепре, кто не живет, есть в центре города на улице Ленина. Это улица Воскресенская, 11 по-новому, по старому улице Ленина. Там есть такой книжный магазин, называется «Книжковый свит». И в этом магазине продавцы уведомлены, у нас с ними договор, они эту книгу просто дадут в подарок. Единственная просьба, если будет желание такое, эту книгу можно будет, ну, просто записать, что вы купили или вы там взяли. Вот. И при желании вы можете положить туда денежку, они абсолютно точно, все эти деньги пойдут действительно детям. То есть есть несколько вариантов. По телефону заказать, обратиться, прийти, обратиться к вам на канал, можно взять телефон в вашей программе, и можно в центре города Днепра, в книжном магазине получить вот такую книжечку. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію, вдячна за те, що у містян, у дніпрян і, в принципі, у всіх українців є можливість придбати таку чудову книжку про правовий буквар. Його авторка, адвокатеса Світлана Тропчина-Галакова сьогодні розповіла нам про свою книжку, про те, куди підуть кошти від продажу цих книжок. А якщо ви, як ми вже неодноразово зазначали, якщо ви бажаєте отримати її безкоштовно, то у вас є така можливість, тому що авторка книги Світлана Тропчина-Галакова дарує її усім бажаючим. Що ж, з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!